Мы в рамках этого проекта уже много лет сотрудничаем с граддетинцем. Вы приехали, наверное, первый раз, да, сюда? Да. Не все. Кто-то уже был, да? Зимой, мы были зимой. Вот, у нас здесь проходит погружение с аквалангом вот таким. Деток от 8 лет. Занимаемся обучением по международной системе КМАС. И что мы можем вам предложить? Значит, предложить можем попробовать погружение вот такого снаряжения в акваланге. Значит, сначала в бассейне, который находится у вас там в граддетинце, и потом здесь по подводному полигону. Есть такой подводный полигон, у нас сделан на озере, затоплены различные объекты, достаточно большая такая территория, примерно, ну вот здесь вот потом в углу можете посмотреть, там буйки такие, это все затоплены разные объекты, то есть кораблик, подводный дом, мины, ну и различные другие там. Там затоплены объекты, снимался сериал «Морские дьяволы», может,